Добрый вечер. А почему вы сама не здороваетесь? Что? Ничто, я с вами каждый раз здороваюсь, вы со мной не здороваетесь. Почему? Ну, наверное, я был занят своими мыслями. Что у тебя за такие мысли-то? Поздороваться даже не можешь. Ну вот вы со мной постоянно здороваетесь, я думаю, что вы ко мне подкатываете. А я, между прочим, женат. Да, да нахрен ты мне нужен, блин? Обосрался ты на стуле, блин. Слушай, дорогая, я тебя давно уже хотел спросить, почему ты вот когда жаришь сосиски, ты у них концы вот с двух сторон отрезаешь? Для чего это? Слушай, мне самое интересное. Так просто делала моя мама, она научилась у своей мамы, моей бабушки. Но тебе самой никогда не было интересно узнать, вот для чего вы так делаете это? Ну давай я ей позвоню бабушке, узнаю. Давай звони. Интересно, сейчас, секунду. Алло, бабуль, привет! Бабуль, скажи, вот мы когда сосиски жарим, у них концы с двух сторон отрезаем. А для чего мы это делаем? Ах, что вы до сих пор их жарите на той маленькой сковородке? Ой, блин. Спасибо, бабуль. Давай, здоровья тебе, пока. Капец, блин. На сковородке мы их жарим на маленькой. Ну, у тебя сковородка-то огромная, там они в два ряда у тебя. Я уже 20 лет их так жарю. Да. Я думала, концы какие-то плохие, наверное. Нитраты, наверное, там у них содержатся, да? Ну. Вот так вот. Вот бабуля. У нас вот у мужиков не жизнь, а зебра. Чего это? То блондинка, то брюнетка. А у нас вообще получается зоопарк какой-то. Ну да, это почему еще? Ну как, то козел, то баран, то олень. И хрюшки тоже. Мужчина, что вы тут делаете? А тут-то что собрались делать? Ну елку к Новому году хочу срубить. Что непонятного? Так нельзя здесь рубить елочки. Почему? Ну как почему? Это же двор. А я думал, это лес. Нет.